Именно сегодня я буду счастлив. Все мы счастливы ровно настолько, насколько желаем быть счастливыми. Счастье исходит изнутри. Внешние факторы не имеют к этому никакого отношения. Именно сегодня я буду в принятии всего, что происходит. Я буду принимать себя, какой я есть. Я буду принимать свою семью, свою работу, мое окружение, мою жизнь именно такими, какие они есть, и буду соответствовать им в своих лучших проявлениях. Именно сегодня я позабочусь о своем организме. Я укреплю его закаливанием, физическими упражнениями, правильным питанием и бережным отношением к своему телу. Я выброшу и вычеркну из жизни все вредные привычки и сделаю свое тело идеальным для выполнения моих жизненных задач. Именно сегодня я буду тренировать свой ум и развивать свой интеллект. Сегодня я узнаю что-нибудь новое и ценное. Я заставлю свой мозг работать, чтобы в нем появлялись новые мысли и идеи. Именно сегодня я займусь совершенствованием своей души. Я буду говорить людям только хорошие слова. Я буду делать добрые, благие поступки, не ожидая ничего взамен. Именно сегодня я буду приятным во всех отношениях с человеком. Я позабочусь о своем внешнем виде. Я оденусь красиво и аккуратно. Буду мягко говорить и буду вежливым с окружающими. Буду хвалить людей, я буду щедрым. Избавлюсь от критики и порицания. Именно сегодня я буду жить только этим днем. Все дела на сегодня я выполню именно сегодня. Именно сегодня я распланирую весь свой день и буду четко следовать этому плану. А вечером, перед тем, как лечь спать, я открою дневник и запишу на бумагу все события этого дня для того, чтобы сохранить воспоминания о нем и извлечь правильные выводы из жизненных уроков. Именно сегодня я выделю для себя 1 час времени для отдыха. В этот час я буду мечтать и думать только о хорошем. Именно сегодня я прекращу бояться. Бояться неизвестности и неопределенности. Сегодня я буду смелым и отважным. И смелость станет фундаментом для моего счастья. Я ценю и очень дорожу этим днем. Ибо все, что у меня есть, это сейчас. Здесь и сейчас. Ведь лентяй желает трудиться завтра, а я уже трудолюбив. Злой желает стать добрым завтра, а я уже добрый. Слабый желает стать сильным завтра, а я уже сильный. Неудачник желает преуспеть завтра, а я уже успешен. Бедный желает разбогатеть завтра, а я уже богат. И глупый желает стать умным завтра, а я уже умен. У меня есть здесь и сейчас. Запомни, есть 2 дня, когда ничего не происходит. Первый – это вчера, и второй день называется завтра. Но есть 3-й день, когда происходит все. Этот день называется сегодня. Я берегу свое время. Сегодня я становлюсь лучше, чем вчера. И я себя поздравляю. Сегодня лучший день моей жизни.